Привет, бро! С тобой воблер и сталак за 3 секунды, если ты хоть раз видел настоящую тыкву. Считаю. Раз. Два. Три. Молодец, что успел поставить лайк. Если ты видел тыкву, обязательно спустись в комментарий, напиши, где ты ее видел. У бабушки на огороде, может, у тебя на огороде, может, на рынке, может, только по телевизору или на компьютере. Вообще, реальная тыква. Ты ее видел? Ты ее вообще щупал? Ты трогал? Как она вообще выглядит? Что она себе представляет? В игре Tabs вышло новое обновление с новыми персонажами под Хэллоуин, а также двумя новыми картами. Мы с тобой сегодня рассмотрим новых юнитов подробно, а потом уже в следующем ролике, который будет тоже сегодня во второй половине дня, мы с тобой начнем проходить кампанию на Хэллоуине, посмотрим, как же мы будем бороться против этих опасных и смертельных юнитов. Итак, давай я тебя буду знакомить с ними. Первый у нас идет скелетный воин. Обычный парнишка, скелет с таким вот прикольным мечом, а также со щитом. Этот скелетный лучник реально стреляет круто, то есть он стреляет во врага стрелой, и враг горит. Это реально круто, новая механика в игре, когда враг чисто горит. Дальше у нас идет какой-то парнишка, у него на голове свечка вместо рук свечки. Он замораживает врагов. Также интересный персонаж — это вампир, ребята, вы посмотрите на эти вампирские зубы. Бро, если ты не подпишешься, эти зубы тебя укусят. Поэтому обязательно подписывайся на канал Воблер, если ты еще не подписан, чтобы смотреть прикольные ролики и отдыхать. Дальше у нас идет заклинатель мечей. Такой вот крутой чувак с сундуком, и вокруг него летают мечи. На что он способен, я не знаю, но надеюсь, что мы с тобой посмотрим. Очень интересный и опасный персонаж. Как будто смерть с косой, здесь же она называется жатка. Так вот переводится этот персонаж. Дальше у нас идет катапульта, которая стреляет тыквами. Конечно, катапульта такая вот крутая, костяная. И, конечно же, за катапультой скелет. Это же Хэллоуин, бро. Давайте, аборигены пошли. Они говорят, уходите отсюда из Хэллоуина. О, смотрите, он превращается в мышь. Вампир в мышь превратился. Ого, на! Подожди, он стреляет мечами? Мечи кидает этот чувак! Возле него крутятся мечи, он кидает! Вот жатка пошла! Смотрите, она как осьминог поднимает всех юнитов! О, реально эпичная! 2500 золота она стоит! Реально крутой персонаж! Дальше идет парнишка, который кидается, смотрите, какими-то замораживающими шариками, или чем это? Замораживающий огонь! И катапульта тоже всех разнесла. Блин, это эпично. Смотрите. Жатка вообще эпическая, ребята. Блин, она 6 штук подняла сразу юнитов. Вот это жесть. Не хотел бы я в реальной жизни встретиться с этой жаткой. Прикинь, ты такой идешь на улице, где-то гуляешь вечерком, и тут тебе навстречу жатка такая. Ты еще подняла твоих друзей, такая, фух, воздух. Реально крутые персонажи. Что касается карты, они старые, в то же время переделанные и смотрятся круто. Они смотрятся как новые. Для начала, смотри, здесь у нас есть такие вот прикольные могилки. Крутое хэллоуинское освещение, и оно реально крутое. Оно и темное, и яркое, то есть удобно на нем играть, реально круто, потому что обычно, когда делают темные карты, на компьютере нифига не видно. Вторая карта — это у нас переделанная карта династии, реально она тоже довольно прикольная. Смотрите, как тут все тут выставили свечки, также вы сейчас слышите такую вот хэллоуинскую музычку, да? Ну прикольно, смотри, секретных юнитов нету, вроде бы все 7, которые вышли, они уже в свободном доступе. Вроде бы секреток никаких нету, но хотелось бы хоть одного секретного, конечно, получить. Надеюсь, что разработчики оставят эти карты и этих юнитов, чтобы мы могли ими наслаждаться и далее, после праздника. Потому что на самом игре игра Tabs очень крутая, но у нее есть огромный минус. Я не знаю, почему разработчики это не учли. Почему нету Steam Workshop'а по юнитам? Блин, по юнитам. Чтобы эти все моды были доступны на разных версиях игры. Не надо было скачивать где-то с интернета, с каких-то непонятных Google дисков. Там вообще одни не работают юниты, другие не работают. И это реально жестко убивает.
А так, игра крутая. Вот, разработчики, пожалуйста, добавьте Steam Workshop для юнитов. И тогда игре не будет вообще цены. А пока что, ну так себе тапс. Хочу, ребята, посмотреть, как вообще работает жатка. 62 обычных аборигена юнита, которые сейчас нападут на эту жатку. О, вообще, она косой вырубила всю толпу. Я в шоке. Вот эта жатка. Ее надо ставить против 100 юнитов, ребята. Сотню мелких юнитов надо ставить. Фух, офигеть, она косой рубит. Подруга, ты эпическая. На. Вообще жесть. Для начала мы испытаем абориген, который бросается копьями. Во, копья полетели в нее. А, копья встреют. И так ее легко убить. То есть сдалека она легко убивается. Лучниками различными, копьями. Вот, жатка. А вблизи она непобедима. И видим, и сразу она на косточке развалилась. То есть это такой скелет в плаще, да? Ребята, каким-то чудесным образом я создал пирамиду мамонта, вы посмотрите. Я поставил это баг какой-то или что-то произошло. Смотрите, мамонт на мамонте. Как это вообще возможно? Это что такое? Мамонты, вы что делаете? Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. И этот снизу такой говорит: ребята, слезьте с меня, пожалуйста. Говорит, у меня ноги подкашиваются, я сейчас сломаюсь. О, это реально дичь. Я не знаю, что произошло такое. Ну, посмотрим, как они справятся с жаткой. А ну, они разваливаются. Пирамида разваливается. Жатка, огонь. Что она будет делать против мамонта? На, одного косит жестко. Вообще эпическая, слушайте, ее надо испытывать против топ-юнитов. Блин, она реально крутая, слушай. На, косит, как она мамонта. Тыщ, смотри, а мамонты к ней даже не подходят. Капец, она рубит, ребята. Что это за монстр? Я в шоке. Я даже не знаю, каких юнитов против нее ставить. Это топовые мамонты. Жатка стоит 2500 золота. Мамонт 2250, по-моему. Ты посмотри, что она творит. Эпическая махина. Блин, с ней надо вообще отдельно как-то разбираться. Смотри, мамонты. Ладно, мамонты, идите отсюда. Блин, жатка крутая, без спору. Ладно. Римляне уже пошли. Катапульта выстрелила тыквой. Давай посмотрим, что это вообще за тыковка разрывная. Ты дышь, подожди, а что она делает? Она отлетает? Подожди, а что она... Ай, она прыгает! Как это вообще возможно? Прыгучая тыква? Взрывная прыгучая тыква? Она как будто баскетбольный мяч, прыгает в разные стороны и взрывается. Это реально эпическое оружие. Но все равно римляне ее одолели. Сейчас, ребята, у нас будет битва катапульт. Смотрите, они поехали друг на друга. Какая катапульта победит, сейчас будет довольно интересно. Так, это кинула, промазала. Вторая куда кинула? Тыква летит более четко, более уверенно. Да как так? Чё ты? Я не понял, почему эта катапульта взорвалась. Видно, какая-то ударная волна ее задела, она развалилась. Но тут тыква летела более точно. Давай посмотрим, как вообще тренированный рыцарь сможет справиться. Ну, подходит. На, мечом. Ту, встрял меч. Два, три. Смотри, как точно. Четыре. Блин, ну броня, конечно, защищает. Не, ну круто, слушай. Круто, он кидает мечи. Теперь в спину ему. О, это реально поистине крутой персонаж. Смотри, что он творит. Мечами шпигует врага. На, враг даже не может, ребята, прыгнуть. Голубая команда победила. Ну, мечей натыкали в него. Вот это эпично, ребята. Блин, реально крутые персонажи. Они уникальные. Тут летит такой вампир. Влад Дракула. Полетел, смотри. Превращается в вампира. На, и что он делает? Кусает? А, реально он кусает, смотри. И персонаж как будто краснеет. То есть он его за шею. Такой, кровь сосет, ребята. Напишите в комментариях, вы бы хотели стать вампиром или нет? То есть хотели бы жить, ну как, вечно, можно сказать так, но выходить только ночью. Но не только, кстати, ночью. Мне кажется, когда еще есть
дождь, ну, зимой тоже, в принципе, можно, солнце там не сильно-то греет. Напишите в комментах, хотели бы вы быть вампиром или нет? Ребята, Ярла против парнишки, который метает вообще огонь. Замораживающий огонь. Ну, раз, два. Давай. У него перезарядка. Раз, два. А у него перезарядка идет, я понял. Ну, такой себе юнит. Ну, конечно, Ярл очень дорогой был. Он, получается, почти 650 или 750 золота. Это всего лишь 200. Смотрите, ребята, огненные лучники стреляют в Ярла, но... Ярл горит, смотри. Реально горит, прикольно. Идет такой, оп, огонь потушился. Второй выстрел, снова Ярл горит. Верно, когда горит, ему какой-то урон наносится. То есть надо поиграть за Ярла, чтобы понять вообще, как работает механика этих скелетов. Слушай, ну жестко они его подожгли. Так, давай, значит, я буду королем. Вот я вселяюсь в короля, сейчас посмотрим механику. О, точно огонь отнимает здоровье. Смотри, прилетели стрелы. Я горю такой. Слушайте, на дальней дистанции они вообще будут эпические. Они не просто наносят урон, они не слабо поджигают. Жесть, а ну давай их буду убивать. А ну пошел отсюда скелет. О, на маленькие косточки его раздробил. Вали его. Вали скелета, упал. Смотри, еще разочек. Не, ну король, конечно, сильный, но скелеты не слабо валят. Хочу, ребята, на короле попробовать против жатки. А ну иди сюда, жатка. Сейчас воблер отрубит тебе голову с косой. Ну, капец, у меня 30% здоровья. Подожди, я жатки на 3 удара. На 4. Она с 3 ударов меня рубит, а 4 там вообще чуть-чуть остается. Эпическая жатка. Слушайте, как жатку вообще убить? Это что за дичь эта жатка? Давай, давай, что мы против нее применим такое мощное? А ну давай, черная борода против жатки. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит? Черная борода или жатка? Мне кажется, жатка сейчас устроит бойню. Борода прыгнул, смотри. Не слабо тоже нанес урон. Сейчас жатка. Раз. Фух, косанула. А ну, два, офигеть, три, четыре, черная борода, вставай, вставай, пять, офигеть, вот это жатка, подожди, черная борода сколько стоит по деньгам? 2500 и жатка 2500, жатка вообще на изи убивает. Капец, но я думаю, что зато пушка жатку уничтожит, вот жатка вблизи бессмертная, а сдалека она уязвима. Смотри, вот пушка заряжает. Полетела, тыщ, в грудь жатки. Она выдержала урон. Супер пушки выдержала. О, пираты, давай. Тыщ, а, второго раза было достаточно. Блин, реально крутые персонажи, ребята. Ну что, бро, с тобой был Воблер. Оставайся на канале. Сегодня будет очень много роликов. А также сегодня будет кампания по Хэллоуину. Скоро увидимся. Пока. Не забывай подписываться на канал. Обязательно. Подпишись, не ленись. Или как там пел Иван Гай.